Королевишна. Пепси раздают бесплатно. Монумент в честь Крымской войны 1854-56 годов. Крымская война велась союзом Англии, Франции, Турции и Сардинии против России. Это был единственный крупный европейский конфликт, в котором армия участвовала в период с 1816 по 1914 год. Для британцев эта кампания была символом военной и логистической некомпетентности наряду с храбростью и выносливостью ее солдат. But, no, this one is musical comedy. Ah, I like singing. It. Good. It won some awards. Oh. Нет. Заметила, что в Лондоне не любят дожидаться зеленого светофора. Чешут на красный все. Добро пожаловать. Какой хорошенький пылесосик. Улыбается. Thank you.
beauty also. What they told me at the hotel, it's called Boots Other Direction. Just one? No, but close one. Wait, teacher. No, earrings? Cufflinks. Запонки. Ой, я даже российские увидела. Кто в чем? Кто в куртках? Кто вот так вот вообще по-летнему? Обалдеть. Гарри Поттер. Центр Лондона. Идем вот в этот театр музыкальный. Сколько девчонок. Все в театр. Феникс Театр. Фига себе, ковыряются, как в сумках. Красиво. There's a one pound. Oh, thank you. And it's a loaner, right? Then you put it back when you're done and feel thumbed out, I guess. I'm not going to worry about it. I just hope I don't have to check it. She was not too happy the next day. Amazon, but if you just ask up that far, like...
О, пеший тур к Карлю Марксу. Well, it looks like a good weight for this one.